прямо сейчас предлагаю вам посмотреть сюжет о том, какой же маникюр сейчас в моде. Подскажу, называется он «Лунный». Но как же он выглядит? Давайте узнаем прямо сейчас. Быть модницей непросто. Мало того, что необходимо бесконечно гоняться за стремительно меняющимися тенденциями в одежде, обуви, аксессуарах, так еще и за индустрией красоты поглядывать нужно. Ведь в образе важно все – от кончиков волос до кончиков ногтей. Маникюр является одной из составляющих образа, способным как его украсить, так и испортить. Поэтому не стоит оставлять без внимания красу ногтей. Оказывается, и тут есть свои правила и тенденции. Если мы с вами посмотрим фотографии с последних модных показов, то мы с вами можем убедиться в том, что, наверное, самым актуальным маникюром этого сезона является лунный маникюр. Он может быть телесный, он может быть матовый, прозрачный и также глубоких, насыщенных, темных, винных оттенков. Также есть одна очень актуальный метод окрашивания ногтей. Он называется амбре, так как мы используем в волосах амбре, да, когда мы немножко осветляем кончики волос и переходим в более темную прикорневую зону. Также есть амбре на ногтях. Хорошая новость для любительниц классики и натуральной красоты. На вершине славы сегодня естественный маникюр, то есть нежные пастельные цвета, которые подбираются под тон кожи. Лак может быть совершенно прозрачным, чуть розоватым, бежевым или сиреневым. Но и любительницы экзотики и ярких экспериментов не остались в стороне. Уже не первый сезон в топе темные тона. Этой осенью особенно популярен серый, темно-фиолетовый и металлические оттенки. С цветовой гаммой разобрались, осталось узнать, какой формы и длины должны быть ногти в нынешнем сезоне. Форма и длина ногтей, по большому счету, с прошлогодних сезонов никак не изменилась. Как правило, как бы у нас сейчас в моде естественность также, да? Поэтому, в принципе, мы придерживаемся к натуральной овальной форме ногтей. Уже давно никто не делает слишком длинные острые когти, да, как вот у кошки, или же какие-то квадратные ногти. Это все уже также прошлый день, и не рекомендую этого как бы делать, если вы не хотите выглядеть не очень красиво. И последний вопрос к специалисту по стилю и красоте. Как правильно дополнить образ с помощью модного маникюра? Существуют ли правила по сочетанию цвета ногтей и, например, губной помады? Ногти подбираются сейчас только по настроению, фактически. Да, уже давно устарели моменты, что ногти подбираются к помаде или там к сумке или к сапогам. Да? Это на самом деле все уже, ну, так сказать, глупости, наверное, прошлый век. На сегодняшний день мы смело можем красить ногти в любой цвет, который нам только нравится, и даже делать радугу на ногтях, выбирать абсолютно разные цвета. А мне бы хотелось сказать, что самое главное, чтобы ваши ручки всегда были ухожены, чтобы они всегда были красивые, чтобы ноготочки желательно были бы одной длины. Ну и всем доброго утра! Лидия Монокандилос, Инс Иванс, Латвийское телевидение.